Всем привет! Сегодня пришел вот на это озеро, чтобы половить санфиша на зимнюю удочку с кивком и мормышкой. Здесь санфиши довольно крупные, и рыбалка обещает быть интересной. Кроме того, могут попасться и другие рыбы. Ну что, поехали. В качестве насадки опарыш поклевки должны начаться сразу. Ух ты! Это просто жесть! Просто жесть. Я же говорил, здесь огромная солнечная окуня. Также может клюнуть обыкновенный окунь и карась. Вот, посмотрите. Это реально отличный размер просто для солнечного окуня. И тут все почти такие. Обычно окунь еще клюет. Ну и погодка сегодня. Сильнейший ветер. То дождь, то солнце. Самая лучшая погода для ловли санфиша. Видимо, поэтому клев так себе. Под вымосткой попробуем. О, какой красивый, да? Но все равно окуняки больше среднего здесь. Приятно таких половить. Бычок. Еще один представитель местной ихтиофауны. Обычного. Хорошая. Смотрите, что сейчас сделаю. Оп.
омерзительное место. Достало оно меня. Все время кто-то ходит. Дети орут. Купаются, булькают. Просто подходят, смотрят. Это еще погода плохая. Ну ладно, что, задачу минимум выполнил. Несколько хороших таких солнечных окуней поймал. Вам показал. Ну и были бонусы в виде окуня такого неплохого. Карась сорвался. Бычок попался. В общем, всем спасибо за внимание. Всем пока. И до новых встреч. Ждите новые интересные видео на моем канале. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. А на это озеро еще вернемся в другой день. Со спиннингом. С мормоспиннингом. Например, завтра. Завтра обещают неплохую погодку. Так что будет еще более интересное видео.